have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет-привет! С вами Rescue Mission 5 или Black Hawk, или, короче, вот да, вот название будет в описании, потому что я до сих пор не могу запомнить. Прокачались чуточку. Ну, как бы я реально чуточку, я просто купил автомат и купил к нему прицел. Я стал ультрабогатым. Да, а кот у нас психанул, раскачался до 4-го левела XP, получил танк, вертолеты и всемирную власть, не привлекая внимания санитаров, как вы знаете. Вот, поэтому сегодня мы пойдем еще раз и попробуем выглядеть не как полнейший отстой, а как, наверное, может быть, даже кусочек чуть-чуть профессионализма показать, там вот так, ну, на полноготочечка. Пойдем в танк. Да, пойдем в танк. Сам такой. Я серьезно говорю. Так, куда, турельку или внутрь? Да, в турельку. Сейчас, я сначала залезу в танк, а потом из танка залезу в турельку, потому что я иначе... Опа, есть. Да, в общем-то, я, к сожалению, до сих пор на первом... Во-во-во, видите, лягушки. Да, это лягушки происходят только с машинами первого, нулевого уровня. Я до сих пор даже не на первом уровне. Мне, хотя довольно близко, ну, как бы еще треть пути. Но, да, в команду будем идти или так побегаем? Давай, заходи в красную команду. Красную, давай в красную. Вот, но, по крайней мере, вот у кота у него есть транспорт, который не прыгает. Тормозит, но не прыгает, так что все нормально. Можно с турелькой немножечко. Куда мы едем? Я не знаю, ты мне скажи. Можно пойти в город, можно каньон пострелять. Ну, это в смысле... Что хочешь, куда хочешь, туда и поедем. Давай проверим, что в городе. Потом можно будет деревня. Если ты будешь ехать, пожалуйста, по-нормальному, то, может, мы доедем до города и в самом деле что-то проверим. Да все хорошо будет. Мне тут прикладом уже весь нос выбило. Может, только подбородок. Не делай так. Ладно. Громкие звуки. Ладно, но... Как будто Бог впереди. Едем и едем в соседнее село. Куда? Ладно. Направо или налево? Да, да блин, направо это ж типа сложно, да? И там сложно, выбирай. Ну, езжай куда хочешь, посмотрим, на чем мы способны. Главное, пока еще день. Тут, короче, главная проблема это ночь, потому что у кота уже есть и визор ночного зрения, и все дела. У меня пока что ночью большие проблемы, вот что у меня есть ночью. Тебе вот, надо потом... просто накопить 250 баксов, тогда ты купишь себе фонарик на шлем, все будет хорошо. У меня есть фонарик на пушке. А, точно. Так, давай-ка проверим, фигово ли там. Тут, по-моему, наши ребята уже разобрались, не? Да, здесь фигово. Насколько? Не спрашивай. Фигово, просто фигово. Короче, пойдем в другое сложное место, где ты точно помрешь. Хорошо, договорились. Почему с нами Изабель? Кто это? И почему она в нашей Я команде? Я не знаю. Она просто захотела присоединиться к команде. Ты притащил команде сюда свою подружку, да? Не, да? Она захотела присоединиться к команде Всевластия, которая захватила весь мир. Ладно. Ненавижу камни и еще деревья. Вообще всю живую природу. Да? Хочу жить в бетонном бункере. Так, а мы едем воровать или убивать? Блин, убивать. Сейчас прозвучало, как у американцев, знаешь. У вас есть нефть? Тогда мы идем к вам. Ща. А, я застрял. Долбаные деревья. Ненавижу деревья. Да что тут деревья забыли? Почему? Кустик растет именно здесь. Чувак, я застрял. Я не могу попасть из-за этой фигни. Стой, я пошел. Я застрял. Все. Вытолкните меня. Короче, я просто ухожу отсюда. Нормально, нормально. Слушай, с прицелом уже можно что-то делать. С прицелом уже можно работать. Отойди. Две пули готовы. Да, В. Короче, я поставлю на сингл-шот пока что. Так я и так их всех перебью, не бойся.
В смысле, не бойся, я денег хочу, я жадный. В смысле, я раба убил? Какие нафиг минус 50 монет? Да идите вы нафиг. Минуточка, за рабов минус 50 дает? Иногда 10, иногда 50, иногда 200, иногда 100. Смотря какой раб. Элитный раб, прикинь. Никакой вечер, нет! Не делайте, не поступайте так со мной, какой вечер? Ты хоть что-то видишь? Я ослеп! Блин, мне еще и бьют. Кто, где, как, откуда? Не знаю. Не беспокойся, здесь снайпер. Все, меня вырубил. Ну да, меня снайпер вырубил. А я снайпера убью. Я за тебя там. Ай. Тебя тоже вырубили? Ай. Блин. Пошли на гору. Предлагаю другое. Пойти нафиг, а не на гору, знаешь? Я вот, например, сходил нафиг, все, я на базу. Ну. Так-то я уже смог победить целую гору в соло, так что не беспокойся. А что ты тут делаешь? Почему там грузовик полон восьми... А почему ты тут? Что, я труп? Ну я ж умер. Нет, почему ты тут? А, тебя тоже грохнули? Да. Поздравляю. Я решил побежать за тебя, отомстить, и тут снайпер такой, не-не-не. Так меня тоже вроде как снайпер убил. Так, погодь, давай вертушку, чтобы было ночное видение. Я сейчас сяду на радар ночного видения, там что у нас G. О, блин, хорошо так сразу видно стало все. Да, на любом вертолете, на пассажирском сидении, именно на второго пилота, ну не пассажирское, а сидение второго пилота, на нем есть вот такой вот радар, и в котором встроенное ночное зрение. Офигенно круто, потому что здесь ночью без ночного зрения все эти фонарики и вся эта шелупонь, это все до задницы. Ночью реально только ПНВ нужен. Без ПНВ делать нечего. Итак, куда мы двинем? На гору. Тот самый момент, когда тебя спрашивают, ты кто? А ты такой, фиг с горы. Так, так, так. Готов помереть? Почему так оптимистично? Думаю, ты всегда готов. Я тычки как бы взял, я знаю, что я нифига не помню. Ты вот сюда вы что ли? Ну-ка. Я из-за пуза нашей вертушки, а вот теперь я хоть что-то вижу. Кто там вообще? Погоди. Враги. Не, приближать максимально нельзя, это вот себе дороже. Там никого... А, вон там на посадочной трое. Не-не-не-не-не, беру свои слова обратно, тут прям как бы дофигища народу. Да я их всех перебью, не бойся. Да, я помню, как ты это делаешь. Вылази. Да блин, глюк забыл открыть. Глюк забыл открыть? Все, вылази через жопу. Я нифига не вижу! Да через жопу вылази и все. Так, чем там фонарик включается, какой буквой? На Т. Ой, где я? Так он нифига не помогает. Я даже по твоим трассерам не понимаю, куда стрелять. Ёпарасоте. Ты их видишь? Да, вижу. Я без ночного зрения, в принципе, так-то. Я просто не вижу, куда ходить. Все, я их перебил, не бойся, все хорошо. Блин, и когда ты бежишь, фонарик, ну, типа, ты же держишь винтовку по-другому, и фонарик складывается, да, нужен фонарик на шлем. Не, так-то у меня есть бабки, может купить. Хочешь посмотреть, как выглядит фонарик на шлем? Ну? Точно, у меня же нет шлема. Прикинь! Да-да. В общем, ребят, две вещи, которые могут убить вас в этой игре. Черт, я потерялся. Во-первых... Вода. Не-не-не, вода, к черту вода. Вода убирает... Вода просто убивает человека, понимаешь? Во-первых, полнейшая темнота. То есть то, что вы сейчас ничего не видите, это не потому, что в Ютубе темно. Это потому, что, блин, я тоже ни черта не вижу. Игра черная, как... Кое-что у кое-кого, сами знаете. Блин, по мне попадает, серьезно. Это что? Кто по тебе попадает? Сколько дамага? Много наносит дамага? Да нет, нормально. Так вот, во-первых, темнота.
ну, реализм, все дела. То есть без ночного видения, тут без ночного зрения вообще нефиг делать. Днем реально приятно, ночью... А кто в меня стреляет? Кто-то стреляет. Я вот, видите, я даже высунуться не могу, чтобы пострелять. И вторая вещь, это боты, они просто идеальнейше хорошо всегда видят, идеальнейше хорошо всегда попадают ночь, день, и неважно из чего они стреляют, они вот видят тебя буквально, там пиксель на горизонте показался, все, в тебя сразу летит. Поэтому тебе нужны прицел, прицелом, кстати, я обзавелся, вот как вы видите, вон, я даже пару людей убил, пока было светло. Во-первых, а во-вторых, нужно ПНВ, и ПНВ у меня пока что, к сожалению, нет, поэтому половина геймплея для меня проходит вот так вот, лазение по кустам за котом. Вот, честно говоря, просто у меня не было столько времени, чтобы качнуть четвертую звезду, как у тебя, например, да? Да. Вот я вот, Стой на месте! Вот видишь, там нифига нету. Стой здесь! Я стою, я просто тут вон разговариваю с людьми, чтобы они понимали, что тут происходит. Я их всех убью. Так... Куда-то вон туда вот надо стрелять. Никого нету. Куда-то вон туда. Вот так просто фонарик убираешь, и вообще даже задницы кота не видно. У меня есть задница? У всех котов как бы есть задница. Разве как бы, не... Как бы это ни, как бы это ни было шок-контентом, как бы это ни было парадоксально. Ты в кого гасишь? В кого-то. Ты уверен, есть... тебе очки дают за то, что ты кого-то убиваешь? Да. А, ну, значит, хорошо. Так. Я там... вообще не вижу, что происходит. Вот, то есть, в общем, там, да, база, но... Так, я в кого-то стреляю, у меня закончились патроны на пушке. Пришло время использовать пистолет. Валера, настал твой час. Ой, какой ну, же здесь... Ну, давай, ты пойдешь с Валерой, а я пойду и не буду нифига где видеть. Где здесь? Кто тут? Я там только рабов вижу. Там не только рабы, поверь мне. Ну я вижу, я же не сказал, что там только рабы, я сказал, то, кого я вижу. Аккуратненько, быстренько давай. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. А, это который за углом прятался, бери патроны. Да они бесконечны, это тоже можешь взять, если хочешь. Я знаю, просто у тебя-то они закончились. Ага, убил, убил. Там кто-то еще есть? Сейчас я пойду гляну, погоди. Не-не-не, я... Вон, тут. Не гляди. Прячься, иди сюда. Заходи в ангар. Захожу. Хилься. Ты же аптечку взял, да? Да. Фух. Блин, вот огонь моментально вышел на открытое пространство. Нашпиговали, блин, как курочку. Курочку нельзя нашпиговать, только скушать. Почему? Что происходит? Почему не могу прицелиться? Просто... А, потому что у меня на сейфе стоит. Фу ты, блин. Так. Это тупо. Ты убил их, не? Да не вылази лучше, просто сиди здесь в домике. Все хорошо будет. Утро! Утро? Что, утро? Скоро. Где утро? Так, где вон. Утро? Вон, я его вижу. Ты перезарядись-то уже. Надо на сингл поставить, погоди. Ай-яй-яй-яй-яй, больно. Погоди, там снайпер? Ща я убью всех, не беспокойся, все хорошо. После слов «не беспокойся» почему ты хочешь беспокоиться? Ты знаешь об этом? Замечал когда-нибудь? Нет. Так, я быстренько убью людей в домике, а то им не спрятаться от меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Как они меня видят? Они же в домике. Есть, я убил одного. Там снайпер сверху, я убью снайпера. Ну, в домике я чувака убил. Снайпера вижу. Ха-ха, я его убил! Хедшотом! Так, идем. Я не могу вылезти дома! Ай. Ты убился, что ли? Да. Тебя можно поднять? Нет, я в землю убился. И чем мне теперь, блин, тут делать без вертолета? Жди в домике. Все в этом? Просто жди в домике. В этом, в котором ты убился? Да. Последи за моим трупом, вау, двигайся окей. Или нет. Я вижу только трупы вот этих вот ребят, которые тут... А, знаешь, моего трупа нету. Твари. Слушай, я обоих чуваков в домике ушатал. Так, надо на этот, на автомат перевести. Там же сейчас, если открыть эту штуку, то там вылезут люди, да?
просто жди меня, и все будет хорошо. Ты не умрешь, все будет круто. Я вернусь. Ты что, нет, не возвращайся, нет. Я сказал нет. Стой на месте, никого не трогай. Я убил его, что? А. Я хотел этих освободить. Они что, спавнятся? Кто, враги? Короче, я просто быстренько прибегу к тебе, если будет хорошо, я их разобью опять. Самое главное, не убить саблей. Они спавнятся или нет? Я не знаю. Я уже лечу к тебе. Ой, походу спавнится. У тебя там все хорошо? Да. Никого? Ну, то есть я одного грохнул. Хорошо. Подлечился. Люк открывается? А? Люк открылся? Ничего, никто не открылся нигде. Кто твой отец? Люк? Люк? Там в домике кто-то ходит, или мне кажется? Ну-ка. Какой хороший денек. Солнце. Да, в домике кто-то ходил. Прикинь, ах ты ж мелкий. Не убивай чувака в домике. Там два было, второго убивать, нет? Второго не убивай, меня подожди, а то люк откроется, снег, голова попадется, совсем мертвый будешь, я понял. Хорошо, ладно, я одного убил, второго там это, одного в палатке убил. Я скажу, когда ты будешь убивать, хорошо? Так, я освободил одного, освободил второго. Привет. Ладно, бабосики. 100 футов, давай, подлетай. Я пока подхожу к тому дому. Чеши сюда, 30-футовый. Они что-то там матерятся из этого дома, орут, поэтому... Спать людям мешают. Сейчас подойдем погодь. Давай. Я сюда захожу, убивай, да? Убивай, быстро, быстро, быстрее. Есть. Я все, короче, просадил мимо. Красавчик. Убивай. Одного убил. Ой-ой-ой, это что, подкрепление? Короче, бери сумки и уходим. Валим. Где твоя вертушка? Я ее заспавнил. Сейчас все хорошо будет. На меня чуть ящик не упал. Ладно. Все, не бери патроны, просто беги. Бегу, как могу. Оружие. С ножом ты бегаешь быстрее. Черт, надо, давай спавни скорее, мне подлечиться надо. Валим, Карл! Я пока подлечусь, пока здесь. Все, жопа закрылась, все хорошо. Пока вроде неплохо. От винта! Да ща, не торопи. Или плохо будет. Ох, ты ж ешь, ты потрешь ты. Я говорил... Все хорошо будет, а ты мне не верил. Моя твоя, не знаю. Понимаешь? Так, 320 баксов. Слушай, я что, 100 баксов нарубил только что на киллах? Неплохо. Ну, я же еще заложника парочку вытащил. Ну, вообще, всю базу зачистил ты. То, что мы сюда пришли ночью, и то, что я не видел, вообще не втыкая, что происходит. Куда так, где десант? А, десант, он скоро будет. Просто лучше не проверять. Короче, да, фишка в том, что как только всю базу зачищаешь, открывается вот тот гараж. С гаража прешь сумочку, и после как прешь сумочку, через некоторое время на базу прыгает десант. Сбрасывают десант. Хочешь с парашютом прыгнуть? Слеп. Чего-чего? С парашютом хочешь прыгнуть? Не, спасибо, мне как-то неплохо. Ну давай, ну сделай это, ты живым будешь. Гарантирую. С сумкой рисковать не хочу. Да не бойся, мы еще одну сумку достанем. Не, полетели, сдадим сумку. Я хочу по-человечески. Да, вот такое я дресло. Все. Так. Так, тихо. Не люблю парковаться. Так. Где? Почему? Я на лампе прыгаю? Да. И так сойдет. Если я вывалюсь, я убьюсь. О. Выпусти дверь меня. Дверь забыл открыть. Жопу. Так, все. Через жопу вылази. Все хорошо будет. Пойдем. Сдадим бублицо. 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 Бублицо.
Так, у меня вот кое-что хорошенькое для тебя есть. Слушай, а сколько у тебя денег? 300 кэша. У меня 620 уже и почти 7 штук экспы. Мы все-таки на пути к первому уровню, что не может не радовать. Пойдем машинку украдем. Думаешь? Да. Ну, пойдем. Пока светло. Блин, солнце уже садится. Давай еще одну вечернюю операцию по-быренькому провернем. Если ты знаешь, где сейчас быстро достать тачку, то давай. Самое главное, чтобы туда не прилетели наши. Няши. Кстати, ты вообще сел? Почему ты ушел из красной команды? А, сейчас вернусь. Опа, красная команда снова в деле. Там-там-там-там-там-тарададам. Город засыпает, блин! Просыпается мафия, давай, ходу-ходу! Да все хорошо будет, не беспокойся. Я не хочу опять по темноте шариться, блин! Короче, в общем-то, я открываю задние двери. Ты выходишь быстренько, садишься в машину, мы улетаем или... Ты хочешь, чтобы я загнал машину в вертолет? Ты уверен, что это хорошо будет? Ну, когда мы вернемся на базу, да, давай попробуем, все хорошо будет. А так давай-ка просто украдем. Мы можем вернуться на базу в вертолете. А так давай-ка просто посмотрим, где машина. Так, машинка вот тут должна быть, по идее. Видишь кого-то? А, блин, меня это заглюкало. Слепило. Там вертушка. О, вертушка. Вертушка. Сядь подальше, пока светло. Блин, уже не светло. Подальше! Ты понимаешь, блин, слово подальше или где? Сейчас через жопу выходит. У нас все... Блин, это серьезно, это название серии. Все через жопу. Черт, потемнело! Ёпперсете! Так, я воду не провалюсь. Меня не убьет винтом? Так, короче, в общем-то, вот отличный план. Дерьмо. Надежный, блин, как швейцарские часы. Ща. Секунду. Не беспокойся. Там что, наши? О, нет, Уйдите! Ха-ха, чуваки на джипе разруливают. Минус два. Быстро беги к вертолету, Меня уронили. Да плевать на них. Меня уронили, что плевать на них. Я бежал, я сходу снял двоих чуваков, и меня уронили. Давай я хотя бы деньги получу. Давай, давай, вали. Я тебя на базе встречу. Заводи вертушку. Она уже заводится, просто медленно. Быстрее! Вот это паника. Быстрее! Вертушка дымится. Давай, 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 ходу. Да он за мной прячется. Вот тиммейт какой крутой. И прям вообще. О, я вижу, ты взлетел. Фух. Ай. Одна хпшка, прикинь. У тебя? Да, у меня одна хпшка. Ща припасами жонглирую. Ну блин, я вижу тебя чисто как точку на карте где-то. Как круто боеприпасами жонглировать. Интересно, что в этих коробках? По-любому ничего важного. Да какие-то петарды. Всего лишь. Интересно. Жвачки-конфеты. Да, жвачки-конфеты. Где у нас там посадочная? Погодь, я сейчас подбегу к тебе. Да не надо ко мне бежать, я сам к тебе подбегу. А вот не надо мне угрожать, я сам к тебе подбегу. Все, приземлил? Да. Давай, иди сюда. Насколько хорошо вертушка дымится. Я пока еще не вижу. Я вижу, что ты там прыгаешь на ней. Не лети. Стой! Давай загоним джип в вертушку, а? А думаешь? Да. Я вертушка, а ты джип. Не-не-не-не-не-не-не-не. Короче, это не это. Я думаю, что на этом тогда будем потихонечку серию заканчивать, потому что я свою лягушку в этот вертолет не загоню. Мне нужен первый уровень. Докинем первый уровень, потом через некоторое время еще доснимем еще одну серию сюда. По крайней мере, показали чуть-чуть больше в этот раз, как оно все выглядит. Хардовенько, но интересно. Так что, ребят, кто у нас поклонник реализма и резкости, пожалуйста, прошу сюда. На этом, наверное, все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодшек. И всем покеда. Всем покеда.